нападение енота. Ай, Жорик. Куриц мы выселили, в общем. Да, сейчас Максик, потому что Максик бедный сидит в клетке. На нем охота побеситься в стружке. Да мы вам сейчас насыпем сюда чистой новой. Беситесь тут на здоровье. Будет у вас тут бесячая комната. Комната бесячая будет. Это кто? Это Яшка с Бонькой? А нет, Жорик с Бонькой. Вот он, Яшка, пришел. Яшка еще никак форму шарика не приобретет. А так, скажите, холосо. Сейчас лестницу сделаем вам туда. И все. Курочки немножко у вас пожили тут. Домик поснимали. Ты там мне калоши разбираешь. Что ты там делал? Тихон. Ты что делал там? Спрашиваю тебя. Что ты там делал? Яшенька. Ты туда же, да? Ну все, не паникуй. Может, мы тебя вот так вот с частью компании тут прикроем? Бонечка, моя добрая Зинсина прислала. Ай, Бонь, я с тобой не буду играть, как Жориком, больно мне! Ты чего делала? Ты нормальная? Фига себе. Так, иди отсюда. Ай, ах ты, курица. Больно? Все, все, все. Жорик, ты что там, яйцо мать не нашла в опилках? Не? Бонька, аккуратнее с детьми. Ты что? Злая женщина. Злая женщина. Опа, глянь этот. Хулиган уже, Яшка, запрыгнул куда. Боня тоже хочет. А жопа не позволяет толстая, поэтому она нервничает. Ух ты, как Яшка умеет. Давай, Яшка, уличные навыки терять нельзя. Молодец, молодец. У Яшка вот тут ей активно пользуется жердочкой. Да, ну там не надо, там убирай ее. Так что сейчас. Тут? А кто это? Тут Степан сегодня ночевал. А как же ты с Бадюшей разлучился, Степашка? Как ты с Бадей разлучился-то? Поэтому моська грустная, да? Сейчас, зайчик, тоннель дружбы начнет свою работу. Уберемся? И тоннель дружбы начнет свою работу. Ай, Бонька в домик хочет. Бонечка. Сейчас, моя зайка, придумаем туда лестницу. Лестницу туда придумаем. И будет вам домик. Они сошли с ума. Запах курей. Наверное. А я сошла с ума. Какая досада. Там много? Они тут все, блин. Где? Там внутри. Нет, да заходи, они бегают туда-сюда. Боня вообще сегодня добрая женщина. Глянь, она уже услышала тебя. Смотри, идет разбираться. Говорит, что ты там на меня наговариваешь? Смотри, что надо делать. Флаг порвал, лежанку рвет. Теперь палас тянет. Забрать у него лежанку. А флаг? Да ему уже ничего его не спасет. Ну,